Всем привет! Бегу в магазин. Доллар поднялся. Уже я не знаю, что дальше будет. На сегодняшний день 11 лир. 1 доллар, 11 лир, 20 копеек. Зайдем сейчас в БИМ, посмотрим, какие цены. Ну вот, считайте. Ну, грубо говоря, 1 доллар, 11 лир получается. Ананас 15 лир. 1,5 доллара примерно. Сказали, вообще сахара нет. Вчера подруга ходила в магазин. Сказала, сахара нет, муки нет. Все расхватали. Потому что цены взлетят, говорит, вообще. 5 лир мандарины. Ну, мандарины сейчас сезон, поэтому... Тут ничего интересного. Лимоны. Лимон за килограмм 3,45. Ну, так еще по-божески. Вот здесь у нас что? Орехи. Орехи 36,90. Ну, почти 37 лир. Бананы у нас всегда дорогие. 19 лир уже. Нет. Кстати, последний раз я видела, были... 14 или 15 лир, уже 19. Так что, ладно, пойдемте вовнутрь. Самое главное, будем смотреть такие цены. На хлеб, даже по телевизору сказали, на хлеб поднялась цена. Вот, самый маленький батон стоит 2,50. 2,50, это буквально вот... с позавчерашнего дня, короче. Тут у нас что, бургер, две булочки, бургер 5,40. Ну то там бублики, шмублики, это ладно. Вот, ну хлеб сильно подорожал, 2,50, это вообще очень плохо. Ну, чай 29. Вот. Кстати, когда я ходила по торговому центру, тогда в тот день был доллар 9 лир с копейками. Сейчас он насколько поднялся. Вообще караул, короче. Гламур 12,95. Ризе чай. Это у нас тут буквально рядом от Трабзона, город Ризе называется, там выращивают этот чай. За килограмм 37,75. Так, я собралась готовить тирамису, и мне нужно кофе, обычное классическое кофе. Сейчас мы возьмем пакетик, наверное, вот этот вот классик. Возьмем его. И нам нужно будет еще крем-шанти купить. Сейчас тоже посмотрим цены. Цены на кофе вот такие вот. Якобс 29. 95, почти 30 лир. Вот такие вот на кофе. Нам так на пакетике лира 25. Все в пакетиках по лире 25. Идемте дальше. Так, что у нас тут? Кстати, недавно видела, появилась кола лайм. Но что-то она мне на глаза не попадается. А в Ютубе я видела, что продавали кола лайм. Ну, вот такие вот цены на колу. Большая кола 9,50. Это сколько литров у нас? 2,5 литра. Вот, ладно, пойдемте дальше. Ага, сказали, сахара нет, а вот сахар я вижу. Сейчас посмотрим, сколько у нас сахар. Сахар за 5 килограмм. 5 кило. 40 лир. Честно говоря, сахар мы давно не брали. Мало его используем совсем. Только там в чай иногда. Ну, не знаю. Не могу сейчас сказать, насколько он подорожал. Вот молоко
О, ну вот молоко сразу видно. Было 3,50, уже 5,50. Вот, да, молоко подорожало. Ну, молоко я буду на тирамису брать в тот день, когда буду готовить. Сейчас еще пока не запланировала, в какой день. Кстати, рецепт очень удачный и очень нравится мне. И я несколько лет подряд на день рождения готовила этот рецепт. Подруги у меня даже спрашивали. А вот здесь другое молоко сниму тоже. 6,75. Ой, Пенар вообще уже 8,45. Да, цены совсем не радуют, короче. Ладно, пойдемте дальше. Ну, здесь варенье такое. Варенье, оливки. Оливки 28, 21. Вот хорошие, которые Астузу, это малосоленые, 17,90. Ну, мы берем немножко другую марку. Они тоже раньше были по 20, сейчас уже по 30. Вот зеленые оливки, вот такие цены. 11,45, 11,95, 13. Халва. Ой, халва тоже подорожала. Ну, вообще раньше копейки стоило. Сейчас, смотрите, 26. А, ну это с фисташками. Фыстыклы. Фыстыклы. 26. Это тоже. Раньше, помню, я маме привозила. Она была по 7, по 8 лир. Сейчас в два раза подорожала практически. Яйца. Вот яйца. Когда я снимала первый ролик ипомаркет, там яйца были 20-22 лиры 30 штук. Сейчас уже 30 лир. На 8 лир уже поднялась цена буквально за два месяца. Короче, сейчас посмотрим здесь. Йогурт 18,90. 10,50. Йогурт очень вкусный здесь. Без никакого сахара. Очень полезная штука. Кстати, вот этот потом надо будет взять. Творожный сыр для тирамису я беру. Нужно будет 300 грамм. Ну, в принципе, вот это. А, нет, здесь 275 грамм. Надо будет чуть больше упаковку другую взять потом. О, кукуруза до сих пор продается. Она уже, наверное, вареная. Ага, вареный. Хашлан мишмасыр. 15 лир. Две штучки, да? Две штучки. Угу. Ой, вареная этот. Свекла. Кстати, ни разу не пробовала. Раньше в Мигросе продавалась, но... Раньше хорошая была. Сейчас не знаю даже, какая она продается. Этот сыр вкусный. Анадолу Лизитлере. 15,90. 200 грамм всего лишь. Ну, хороший вот это Мурадбей, хорошая марка. Так, это корзинку не взяла в самом начале. Сейчас буду с этим кофе тут носиться. Ну ладно. Кефир. Ну, кефир как был 9 лир, вроде так и есть. Так, дальше. У нас дальше. Кстати, вот у нас тут в Биме продается медовик. Вот постамия написано. Медовик Чивизли. Ой, а он, по-моему, раньше был без орехов, без грецких орехов. Это сколько? 200 грамм, 15 лир. Ну, он очень похож на медовик, на наш. Чизкейк с малиной, 17 лир, 650 грамм. Это тортик с фрамбуазлы, это с малиной тоже, 650 грамм, 19 лир. Это тесто готовое. Можно бюрек делать, там всякие разные штучки вкусные. Кстати, вот лор пенир, но это... как бы творог, но очень отличается от нашего творога. Он очень сухой и соленый.
Есть, конечно, не соленый, но сильно отличается от нашего творога. Вот. Каймак — это такая, как сметана. Это, можно сказать, такие концентрированные, как сливки, что ли. Каймак. 150 грамм. 11.45. А, вот этот творожный сыр хороший, вот этот торку. Именно на лобне вот этот творожный. 19 лир почти. 450 грамм. Ну, надо будет взять его на тирамису. Хороший очень. Белые сыры здесь. Вот, килограмм 30 лир. 750 грамм. 25.75. Хороший тоже. Сливочное масло 29.90. 500 грамм. 250 грамм. 13.50. Ну, короче, вот такие цены. Сыры тоже тут. Свежий сыр называется. Это как наши желтые сыры. У них есть такой вот, типа кошар. Кошар свежий. 500 грамм. 28.50. Вот. Ну, что у нас тут еще дальше? Маргарин тут всякий разный. По 6 лир. 6.60. Колбаса. Угу. Ну все. Что тут дальше у нас? Соль. Тунец. Вот тунец. Три штучки по 75 грамм. 27.95. Практически 28 лир. Вот в упаковочке три. Три баночки. Тунца. Здесь то же самое, 25-26 лир. А здесь вот побольше баночки. По 125 грамм, 15 лир. 3 по 80 грамм, 21 лира. Это томатная паста. Вот. А вот перечная паста, вот которой я всегда пользуюсь. 8.90. Паста, кстати, не подорожала. Она примерно так и стоила. Хорошая. Ну что, пойдемте дальше. Посмотрим. Где там мука? Ага, масло растительное. Ох, нифига себе. 5 литров. 5 литров, я помню. Если не ошибаюсь, года 3 назад стоило где-то около 30 лир. Сейчас стоит 90 лир. В 3 раза. В 3 раза подорожало. Да. А самая маленькая бутылочка 37 лир. Это ужас вообще. Это просто ужас. Мука. Мука. 2 килограмма. Ой, нет. Я последний раз мы брали 5 килограмм за 20 лир. Здесь 2 килограмма, 17, 18 лир, 2 килограмма. Да уж. Вот это, кстати, вот это нужно брать на этот тирамису. Вот эти две штучки я возьму. Мне надо было корзинку взять. Вот это печенье идет на тирамису. Самое классное вот это вот савоярди. Французское печенье это. Так, и нам нужно будет этот... Ага, вот крем-шанти. Крем-шанти. Нам нужно 2 пакетика. Здесь у нас 3 пакета. 3 пакета по 75 грамм. Ну ничего, один останется. И в следующий раз... Еще одну упаковку можно будет взять. Как раз Новый год скоро. День рождения. Возьму вот этот. По одной штучке невыгодно покупать. А вот так вот три штуки сразу. В России, кстати, есть вот этот. Я смотрела в супермаркетах в России. Есть вот это, вот эти крем-шанти. Так что можно тоже готовить. Так, я вот это сейчас сюда сложу.
потом вернусь за корзинкой. Так, какао у меня есть. Кофе я взяла, печенье взяла. Так, что еще я хотела посмотреть? Макароны. Макароны по 2,50. Последний раз брала. 2,95. Ну, на 50 копеек подорожали. Так. Красная чечевица. Это сколько килограмм? Да, 13,50. Зеленая 12,75. О, здесь дешевле. В этом в Килпе я снимала. Там дороже была эта зеленая чечевица. Кстати, рис. Рис это сколько? 2,5 килограмма. Да, 2,5 килограмма. 26 лир. Вот. Ну, вот такие вот цены. Что у нас тут? А, кстати, индюшки уже появились на Новый год. Вот это целые индюшки. Здесь у них принято на Новый год запекать индюшку в духовке. Так что, может быть, и я тоже. Я тоже практически каждый год беру. Поменьше бы, но они, кстати, все около 5 килограмм, меньше не бывает. Цена сколько? Ого! 30 лир. В том году мы брали, где-то была цена 18 лир за кило. А сейчас вот 30 лир, 31 лира за килограмм. Это ж сколько она выйдет, эта индюшка? Ладно, я буду закругляться. Вот такие у нас цены. Да, что нас ждет дальше, я не знаю. Это практически, если сейчас купить $100 здесь, отдать 1,1 миллиарда, а в России поменять, сколько там в России, 7 тысяч, да? Примерно 3 тысячи рублей ты теряешь сразу. Ладно, все, всем пока.